Всем привет! В прошлом своем видео я рассказывал про отжимания на запястьях. Видео было долгим и монотонным, поэтому сегодня я расскажу и покажу очень кратко об одной еще одной более трудной версии отжиманий на запястьях. Прежде чем вы попробуете эту версию отжиманий, подготовьте и разомните свои кисти. Если вы размялись, начинаем, но будьте осторожны и не травмируйте свои суставы. Это упражнение очень важно для мастеров боевых искусств, а также для тех, кто занимается стрит-воркаутом и армрестлингом. Если вы один из них, присоединяйтесь, и да пребудет с вами сила! Друзья, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить моих следующих видео. Всем пока и до новых встреч!